Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби, вторая часть. Так, play event. Естественно, пойдем на ивенты. Посмотрим. Это все связано с Днем Святого Валентина. Хорошо, хорошо. Давай я сделаю так. Блин, тут слишком много баночек он выпускает. А чем я тут... Подожди, вот... Этим я должен, что ли, сражаться здесь? Так, это у нас, насколько я помню, замедляшка, да? Так, тут еще и Купидоныч лезет. Так, ну Купидона надо тоже валить. И желательно быстрее. Эй-эй-эй-эй-эй. Так, замедляху. Замедляшку ставим срочно. И орех. Блин, ну мы так запаримся. Это что за дела-то? Ну, 3 часа он будет их бомбить здесь. Так, замедляшку, может быть, поставить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Замедляшка что-то плохо срабатывает как-то. Да иди ты, еще этот на своем фортепиано шпарит. Начнет тут выдумывать. Так, давай срочно, 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 срочно выставляем все, что можно и нельзя. Угу. А это что там еще с шариками он идет, понимаешь ли? Смотри. Зомбарь с шариками. Так, мне нужен срочно орех. Нет, давай сделаем, знаешь, что вот так вот. Подбил? Подбил я его. Я его подбил. Так, замедляха сработала. Замедляха-то сработала, но... О! Влупляй! Замечательно. Так, наверное, мы сюда еще поставим зомбаря. Ой, зомбаря. Орех. И вот сюда. Так, а здесь будет у нас замедление. Ну, сейчас вроде бы попроще уже, смотри. Мы уже тут расстроились. Последняя волна. Сейчас будет. Поставим побольше, наверное, орехов. Чтобы не прикрывали. Ага. Еще один. Так, удобрений у нас хватает. Можно, в принципе, лупануть. Сюда и сюда. Ну что, последний зомбарь идет? Есть. Прекрасно. Так, ну давай открывать коробочки. Давай вот эту откроем. Оу. Слушай, не... Ух ты. И 1500 монет. Слушай, я, наверное, еще разок. Если, конечно, они мне дадут одобрение. А, тут же вот как. Раньше, помнишь, было за рекламу. Можно было смотреть и... А сейчас за кристаллы. Ну, фиг с ним, давай. 10 кристаллов потратили. Че ж поделаешь. Я только не могу понять, что эти баночки делают. Раньше эти баночки бафали зомбарей по-всячески. Сейчас... Сейчас они непонятно что делают. Вот он... А, он вырастает. Ё-моё, ты посмотри, каким он стал здоровым. Давай, наверное, замедляху поставим, что ли. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. А справимся ли мы вот с этим зомби, который... Справились. Мы его успели таки подбить. Срочно замедляху. Этот гриб хочу влепить, его ставить уже некуда.
Да что ты так быстро-то, эй! Подожди, я еще даже не это, не разошелся. Он уже выпускает тут их мне. Совсем что ли с дуба рухнул парень? Игрочишка там. Так, удобрение. Точнее, не удобрение, это мы с тобой росточек подобрали. Давай сюда поставим, наверное. Орех, орех сюда влепим. Так, и опять же замедление. Во. Погнали. Ну, я думаю, здесь пройдем уже, все. Мы тут хорошо очень поставили защиту. Ставим этот цветок на замедление. И... в принципе, можно сказать, что и все. Победа уже будет за нами. Ой! Твою налево, гриб-то, гриб зачем мне сюда влепил? Эй! Я хотел вообще-то... вот так сделать. Ну что, это последний, да? Тогда можно вот так сделать. Да что ты там никак не рухнешь-то у нас, а? Все. Мне нравятся наши грибочки вот эти. У них маски, как у Джейсона. Ох ты, ничего себе. Слушай, ну, награды на этом ивенте хороши. Очень даже хороши. Выпадают те растения, даже которых у меня нету. Ну что, ежедневный ивент мы прошли. Заглянем, наверное, сюда. Ох ты, сколько выполнено. Забрать все. Так, 4000 монет. А здесь у нас что? Ага, разыгрывается пак. Ну что, я думаю, что мы пойдем за паком, скорее всего. Сейчас я только зайду к себе на огород. Гляну, что у нас тут. Ну, вот это вот вообще не в тему. Это все польем. Ну, тут лишнего, ребят, но много. Что мне не нужно? Вот это вот не нужно, например, мне. Как бы... зачем? На воде у нас очень редко бывает, ребята, миссии. Для воды, конечно, хорошо, но и что? У него способность, она просто множится. И все. Вместо одной, по-моему, там 4 кувшинки эти ставятся. Ну что, поехали тогда. Наверное, сделаем ивент. Ой, ивент. Так, на арену не пойду. А здесь у нас... а здесь я уже собрал. Когда-то умудрился собрать. Ну что, поехали тогда здесь. Попробуем пройти. Заработаем пиньету. Да ладно тебе. Что, у нас здесь Египет? Капусту и типа боксера. Типа как Бонг Чой тоже, да? Вроде бы он тоже бомбит у нас. Если я не ошибаюсь. Но проблема здесь в другом. Во, прикольно. А, он так делает? А, вон, он потом бомбить начинает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, ну... ну-ка, если так сделаем. А, он их оглушает и выкидывает еще. При всем при этом. Ну, такой расклад меня устраивает вполне. Единственное, что солнца очень мало нам дают. А, он исчезает потом со временем, все. Сделаем так и вот так. На каждую волну, ой, на каждую эту по две капусты поставить, я думаю, будет нормально.
Давай-ка вот сюда выходи. Просто всех выкинул и все. Кто там что грызет? Ау! Твою налево. Давай-давай, быстрее. Там, нащелкивай их, нащелкивай. Красава. А вот здесь вот... А вот здесь их много. Блин, еще этот с ведром идет. На голове. Ну такой специфический, ребята, да? Чувачок, если честно. Как бы он на время всего лишь дается. Постоит, постоит, потом уходит. Не знаю. Я бы, наверное, такого бы не брал бы. Хотя, черт его знает. Вроде хорош, вроде не хорош, не поймешь. Так, ну ладно, мы первую с тобой прошли. Ну все, 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 я понял, понял. У нас еще 4 впереди таких задания. Поехали, следующий уровень. Я так понимаю, именно это растение будет у нас, наверное, разыгрываться. Даже... Ё-моё. Пираты, ну да, оно идет как основное, получается. А мне нужны подсолнухи. Подсолнухи, 3 стрелы. Три стрелов нужно много. Птичек, как говорится, еще никто не отменял, да? Нету смысла пока ставить. Зомби с ведром на голове шпарит. Так вот, понаставим везде. Что там, пушки? Там уже пушки пришли. Но он, кстати, пушки очень хорошо уничтожает. Ой-ой-ой, вот здесь-то у нас ничего не стоит. Да блин, надо было ставить там, где пушка, а не... Не сюда. Да где ж ты? Вот он. Просто всех раскидывает одного за другим. Вот, и он прыгает весь ряд, видишь, уничтожает. Но в принципе, как бы он и неплох. Он ходит вот так вот. Одного уничтожит, перепрыгивает ко второму, потом к третьему. Ну, может быть, и есть какой-то потенциал у него. Тем более он мощный, я так понимаю, его никто бомбануть не может. Я не знаю, как он там будет с гаргантюахами справляться. Хотелось бы глянуть. Такс. Погнали дальше, у нас... Третий этап. И на третьем этапе... Угу. Нельзя, чтобы этих уничтожили. Ой-ой-ой. Ну, давай проверять.
А что это усиление? Чего он там усиливает? Непонятно. Да хорош. Томатное солнце, да, уничтожает их всех. Слушай, парень, ты не оборзел ли, а? Явился он сюда. Не запылился. Так, давай сюда поставим. Гаргантюа уже, да, Гаргантюа идет. Он идет на верхнем ряду, поэтому на верхний ряд будем сейчас выставлять. Нет, ребят, не справляется он с Гаргантюа. Не хватает ему мощей, так скажем, справиться. Что немножечко меня огорчает. Слушай, эти маги запарили уже. И этот король там, все, мы его уже подбили. Нету короля больше здесь. Так, ну это еще не последняя волна. Давай, давай, бомби их там всех. Короля, короля, короля надо валить. Макарек. Что делать-то? Давай вот сюда вот так сделаем. Энергию-то ты солнечную получаешь, только толку-то от нее. Нафиг она нам нужна. Последняя волна. Это растение просто уменьшает зомбарей. И все. Оно их просто уменьшает по размерам. О, круто. Ну что, последнего, наверное, зомбика вызываем. И хорош. Так, а где этот маг, который превратил в овец? Я его что-то не вижу здесь. Такой цветочный Гаргантюа идет. Последний шук гороховый там. Все. Если, друзья мои, не превращать их в Гаргантюа, они ватники. Они просто ни о чем. Урон у них маленький. Ну, я имею в виду вот эти вот обычные зомбики, которые выходят. Их нужно именно только под усилением. Так, ну у нас четвертый этап. Давай смотреть. Ай, ограничения, да? Ох, ё-моё, тут и на шариках. Это надо, значит... Так, воздушники, где у меня? Которые сдувают. Неужели их нельзя брать? Блин. Серьезно, что ли? Их нельзя брать? Ну, возьмем, во-первых, подсолнух. А, у нас вон как. Понял. То есть они рассчитывают на них, но это как-то фигово. Этот расчет может пойти против... А остальных вообще никого не дали. Ха! Вот такие вот пироги. Короче, вот только вот это вот, что у нас есть, мы можем использовать. Блин, я даже не могу этих роботов, не смогу... Не сдуть, ничего. Могу вот это взять.
Но это против Гаргантюахи. Нельзя нам, видишь, сдувать. Блин, горелый. Бомбу, что ли, брать вишневую? Как воздушников мне сдувать? Вот ты мне объясни. Они же будут пролетать. Они будут тупо пролетать. Давай тогда так сделаем. Не знаю, что из этого получится. Бьет она по воздушным целям? Не бьет. Не знаю. Вот давай проверим сейчас. А, бьет. Слушай, ну если он так делает, тогда все нормально. Я-то думал, что он воздушные цели не может сбить. Да ладно, еще и с факелами идут. Да. Погнали. Что-то без музыки у нас как-то... Тишина. Гаргантюахи нету? По-моему, нету еще. Уже хрумкает. Что-то я, конечно, тут лопухнулся, если честно. Понятно, что вот это вот не надо нам уже. Понятно же дело. Сюда давай, выходи. Кирпичноголовый. Это выкидываем все, потому что уже не нужно. Это нам не пригодится. Это уже отработанный материал. Поэтому это можно все смело здесь убирать. Давай сюда поставим. Сюда. Это все разбираем. Что там уже хавает? Уже что-то хавает, уже хрустит, блин. А вот, ребята, для чего мы с вами держали вот эту штуку.
Я не знаю, сможет ли он справиться. Бамбаша там что-то пытается. Ох, пошел, пошел, пошел опять в расход. В разнос. Да, справились мы здесь. Отлично. 21 тысяча уже у нас монет. Но это мало. Этого мало. И последний эпизод. Последний эпизод нашего имента. Такс. Но тут уже однозначно без... Стоп. А летающие, интересно, будут или нет? Как бы здесь не видно. И они мне не дают шокер. Угу. А шокер мне не дали здесь. Или ей вопросы? Да нет, вот он, все есть. Так, это все уничтожается у нас, получается. Так, с ведром на голове. Но я не буду, наверное, пока вот это вот брать. И надо еще нам, чтобы солнце шло. Возьмем двойные подсолнухи. И что же нам еще взять? Угу. Можем а, вот. Можно было бы и уменьшатор взять. Да я думаю, и так сойдет. Ну что, в первую очередь его. Так, а эти сосунки будут выставлять щиты, насколько я помню, да? Но мы их будем гасить. Мы их будем довольно быстро загашивать. Поэтому я сомневаюсь, что они ими успеют даже воспользоваться. Все тут завалим сейчас. Непроходимую зону сделаем. Просто непроходимую зону. Так, еще удобрение выпало. Мне бы джеков бы побольше, и все. И дело было бы сделано. Куда этот ханорик идет, я не понял. А ну-ка, врежем там всем. Но здесь уровень будет вообще... Ой, не то взял. Здесь уровень будет вообще на изи. Вот что я тебе скажу. Просто на изи. Он даже ничего не успевает сделать. Яблочные мортиры просто прокачаны. Они еще огрызками бомбят. Мне вот это нравится. И насколько я помню, Джек, он когда бомбит, ребята, щиты не помогают. Как бы они тут их не пытались поставить, у них ничего не выйдет. Потому что он бьет по земле. На тебе. Так, последняя жесткая волна, да, типа, намечается. Погнали тогда. Че нам, как говорится, терять-то, да? Ну вот и все. Просто запинали этих зомбарей. Прогнали прочь. Вот, в принципе, и все. Нам остается только забрать нашу награду. Угу.
и посмотреть, что в этой пиньяте вообще находится. Понятно. Горячая картошечка. Дальше у нас идет черри, вишневая бомба, фум-шрум, примитивный орех и примитивный подсолнух. Если честно, наградами я совсем недоволен, но если взять из расчета, что ивент был просто изи, то, наверное, пускай будет. Так, что у нас еще осталось? Ивент мы прошли. Больше тут, по-моему, нету. Ага. Плей, плей, сыграй, сыграй. Пенни Пурсуит. Ну давай глянем, Пенни Пурсуит, что у нас там. Покажи-ка. Ага. Здесь у нас разыгрывается как раз вот это вот растение, боксер. Ну давай, ну, я, конечно, пошел за деньгами, не за боксером. Это что еще такое? А, это же клубника. Ядрен матрен. О, еще эти клоуны, шуты гороховые. Блин, я вот не помню, как клоунов бомбить. На чем они хорошо уничтожаются, клоуны эти? На заморозке, что ли? Нет. Чего там? Воу-воу, ты что еще за... Каждый раз какие-то новые растения добавляет. Их не было, не было, на тебе, появились откуда-то. Ну что, наверное, орех еще взять надо, что ли? Орешек возьмем, давай, и... Гриб? Нет. Секунду. Вот это уберем. Возьмем гриб и... Где наш этот? Вот он. Вот так вот, скорее всего, надо делать. Клубничка тут созревает. Потихонечку. Зомби incoming. Зомби идут. Давай, бомби по ним. Поставим, наверное, вот сюда орех. Пускай он прикрывает наших бойцов. Вон шуты гороховые пошли. Ну, мы что-то с ними как-то быстро тут. Шутить не стали с шутами. Ага, 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 пошел, пошел уже. На. В отрубон их, правильно, всех. Так, джеков побольше. Че, он сейчас джека моего, что ли, слопает? Но двойную защиту, я думаю, ставить не стоит здесь. Смысл? А, все. Ну что же, 600 монет, друзья, как-никак. 600 монет заработали. Так, а здесь у нас...
Да. Кристаллы, конечно, хорошо, но деньги лучше. Блин, прокачивать растения нам надо. В конце-то концов. Естественно, это пока легкий уровень у нас. 750 тысяч очков мне нужно набрать. Блин, офисники, блин, бегун еще этот, ёк-макарёк. Офисники плюс бегун. Так, а у меня же есть, есть. Бомб-гранат. Бомб-гранат. И у нас всего две, да? Две осталось. Тут еще маг. Тут еще у нас и маг. Вот как его тут лучше? Наверное, возьмем так. Блин, против вот этого-то, конечно, надо орех ставить. А, у нас орех есть. Поехали. Он же бегун. Начнет, как всегда, с разбега шпарить. Куда его не просят. Зомби идут, зомби идут. Куда ты там разогнался? Чтоб вам пусто было здесь. Чтоб вам здесь было пусто, еще раз говорю. На-ка. Шикарно. Так, здесь поставим бомбочку, наверное. Разбежался. Хлыщ вареный. Пора бомбить. Пора бомбить. Так, у нас. Успели, да, мы его поджарить? Кто там бежит опять? Это он, блин, идет хмырюха. В принципе, тут, друзья, довольно легко. Первый этап, он легкий. А вот второй, третий, это, конечно, да, жесть. Тут обычно никаких проблем у нас нету, не возникает. Сейчас всех зажарим. Но нам нужно 750 тысяч, ты об этом тоже не забывай. Очков. Все, 764 тысячи. Как раз успел на последнем ребята ударе. А то было маловато. Так, ну что, здесь прошли? Давай следующий тогда. Тут, о, 1000 монет.
Либо четвертую. Ну давай попробуем четвертого уровня. Ну сложно будет тут, поверь мне. Будет очень сложно. Тем более еще не дать раздавить цветочки. Ну серьезно. Ё-моё. И это все. Ну попробуем. То есть на их условии, да, играем. Не дать разовить цветы. Или же, как оно бывает иногда, они его раздавливают и там. Угу. Блин, наверху там хмырёныш этот идет. Замедляху давай врубай. А, сейчас наступит. Он наступил, по-моему, да? Если наступил, мы не проигрываем. Мы просто, ребята, их начинается очень много идти. Очень много и очень быстро. Зомби вот эти вот с ведрами на голове. Жесткие типки. Но мы прошли. Мы прошли. Видимо, у нас нормально прокачаны эти ребята были. Электрические горохострелы. Поэтому все у нас получилось. Так, что тут у нас? Получили с тобой 3 кристалла. Так, а что у нас? У нас, по-моему, какой-то еще раньше, я помню, был ивент. Но его что-то в последнее время нету. Ладно, что у нас по арене? Ребята, я пришел в Железную Лигу. С деревянной или с какой там. Да не надо мне это описывать. Ох ты. Смотри, какой прикольный кактус-зайчик. Ну давай посмотрим, кто и что тут. Опа. Опа, ё-моё. Опачки, ты попал. Ух, ядрён матрён. С шарами с этими. Ладно. Так, газетчик. Там еще этот, ой. Ну, давай возьмем. Так, что они там? Они боятся огня. Огня боятся. Боятся силы. Боятся силы? То есть боятся крокодила, получается? Ну, я думаю, что лучше здесь все-таки сделать огонь. Ой, акцент на огонечке. Или же... Огня-то у меня не так уж и много, если честно. Огонь и сила. Ну, сила у нас... Да куда ты лезешь? Вот у нас сила. А что еще огонь у нас? Ну, перец, чили пайпер, это понятно. Ладно, мне нужен еще подсолнух. Подсолнух, наверное, желательно двойной. А, вот у нас еще лава-гуава. Лава-гуава.
Блин, ну я без энергии-то куда? Куда же я без энергии? Мне... На, не знаю, вот выбор, либо... Ладно, сделаем так. Поехали. Ну, я даже не знаю пока. Выставить подсолнухи, наверное, и... Как-то так пока. Поехали. Посмотрим, что получится. Ну, это хорошо, нахлобучивает его. А вот и шар. А что он делает? А, вон он как, с ума сходит. Блин, я начинаю проигрывать, друзья. Давай, 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 поджигайте, поджигайте этих супостатов. Зомби с ведром на голове, да? Мы практически нога в ногу идем с этим чубриком, с моим оппонентом. Да чего такой жесткий-то? Смотри. Я даже ничего сделать тут не могу против них. Опять проигрываю, а? Да, друзья, вообще проигрываю капитально. И чё тут сделаешь, блин? Зря, наверное, я взял вот этих вот. Я понял теперь, в чём проблема. А, нет, я думал, что они солнце не дают. Дают они все. Где лопнулся-то, а? Наверное, я зря взял шипы. Да, проиграл почти на сотку, ребят. Че? Вы сейчас издеваетесь? Вы че чушь показываете какую-то? Ну-ка, давай еще разок. Ну давай, давай, хорош там продумывать там против зеки. Пу-пу-пу-пум. Крокодил, да не знаю я. Не знаю, бомб-гранаты, как всегда, бомбили всех и бомбить будут. Плевать мне, что там показывают. Вот на эту статистику. Чихать я хотел. Я буду ставить то, что нравится мне. Так, жарим, взрываем. Жарим, взрываем. Что у нас еще тут можно? Вот это я возьму, наверное.
гриб, маховик, ё-моё, и свеклу. Давай. Грибам все равно, там ночь, день. Поехали. Ну, что ты замер-то? Прикинь, дуралей замер. Молодец. Что ж за ерундистика-то получается? Вот что вот он тупит-то, я не могу врубиться. Взрывает ты там всех, к чертовой бабушке. Чтоб духу их не было, просто-напросто. Вот опять он стоит, тупит. Я не пойму, почему. Опупевший-то такой. Что с ним не так-то? Стоит и не делает ничего. Потом просыпается. Как ты лезешь-то, а? Давай, приземляйся на эту. Приземлился, называется. Что-то меня не напрягать начинает эти на курах чувачки. Ну, давай так сделаем. Сильный, говорит, свекла. Типа силу они боятся. Я не вижу, чтобы они тут какую-нибудь силу боялись. Тут выиграли мы. Они как шпарили, так и шпарят. И пофиг им на все. Выиграли конфетку. Так. Что там у нас? 5? А, 20. Я не знаю, что это за кактусный зайчик такой. Поехали еще. Иби. Иби-шмиби. Сейчас посмотрим. Ой, не знаю, что-то надо, ребята, как-то по-другому немножко. Чего-то не хватает. Чего, блин, фиг знает. Если мы, например, будем вот так их бомбить, ну, допустим. Бомб-гранат. Допустим, так. Нет, не подсолнух, а лучше давай мы возьмем гриб. Возьмем гриб и Джека.
Я говорю, мне вот непонятно, почему Джек тогда вот тупанул. Когда на него ехал шар, он что, испугался или что? Я фиг его знает. Это же, по-моему, салат Латука, насколько я помню, да? Так он назывался в лучшие времена. Еще курицы откуда-то бегут, не пойму, откуда они там выбегают, курицы. Вот опять. Опять этот шарнирный едет. Да бомбаните вы его хорошечно-то. Видишь, то, что вот это, конечно, бесяво. Он летит, ему ничего не делается. Грибы, вы будете давать мне солнце? Мне нужно солнце, мне оно необходимо, блин. Я офигею, блин. Ночной гриб, он мне просто не дает солнца. Куда вот он разогнался, а? В плане ты его раздавил сразу же. Даже я ничего не сделать-то не успел. Он его сразу разбомбил. Блин, а здесь у меня ничего нету, да? Помимо этого. Нашел, блин, слабое звено. Сейчас влупим. Здесь и так вот сделаем. Не надо мне этих грибов больше, наверное, я думаю. Опять. Ну да, это прям какая-то болячка. Вот эти вот шарики. Взрываем. Угу, подбили. Хорош. Фига их там морда идет. Ни одного салата Латуки не осталось. Ну что, здесь мы тоже, ребят, побеждаем. Че он тут? Угу. Так, еще получаем 3 конфеты. Пойдем за 2 пиньетами тогда сбегаем. Я думаю, никто не будет против. 2 пиньеты, можно вообще пробовать это событие пройти. Ну, как бы, пройти полностью, я имею в виду. Жудло. Что-то, по-моему, одно и то же, ребята. Жудло, это 100% боты. Сделаем, как у нас было. Let's rock. Reload. Let's rock. Угу. Вот опять он лезет, а? Пока вроде норм, да? А ну-ка. Нормально бомбанул. Хорош. Вот против птичек они, да, неплохо помогают. Против этих кур, которые бегут на нас.
Давай, 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 расстреливаем этих вшивиков. Вот сюда, наверное, еще поставим, да? И вниз бы вот сюда. И было бы вообще идеальненько. Стоп, стоп, стоп. Хорош. Далеко не убежал партизанище. Так, сколько у нас там? 207 против 122 тысяч. Пока нормально идет счет у нас. У нас даже еще салат латук остался. Нифига мы тут мастер-классно показываем. Вот что я хотел сделать. И бомбанем. Бомбанем и сделаем, наверное, еще вот так вот. Ох, вообще красота. Ай-яй-яй, а вот он едет. Вот почему на него... Иди отсюда. Достал просто. А если так? Вообще по красоте. Ребят, 23 секунды последние идут. Так, куда, кого, чего? Латук, давай. На. Красавчик. Так, 10 секунд последних. Ну, ребят, тут победа 100% за нами, потому что уже у нас почти полляма, а у него только лишь 200 тысяч. Есть. Тут с хорошим преимуществом мы выиграли. И вот они, друзья, две пиньеты. Ну, показывай, что у тебя там спрятано. Так, электрическая черника. Ну и вишневая бомба. Такой себе. Такое себе, если честно. Поехали дальше. Играем против Лок. Наверное, хотел назваться Локи, но он назвался почему-то Лок. А может, Лох? Наверное, Лох. Ну что, let's rock. Тьфу ты. А, ну да, все. Reload. Let's rock. Сразу же, ребят. Грибы. Сразу же грибы и поехали. Сделаем так. Теперь сюда. Джека поставим здесь. Нога в ногу идем, да? Идем нога в ногу. А что, уже даже все салаты побомбили? Что так быстро? Как это они так умудрились быстро нам? Хм. Того бедолагу вообще там взрывчаткой засыпали. Ну да, вот эти вот хорошие, да, вот это липкий рис. Круто выручает, конечно, нашу команду. Он, во-первых, ребята, затормаживает противников, зомбарей, как ты видишь. Так. Куда разогнался? Видишь, он останавливает рис его. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ну хорош, как эта вшивая курица, прикинь, что сделала, а? Просто пробежала, всех уничтожила. Знаешь почему? Потому что этот... И Джек сидел и думал, блин, когда ему пыхнуть, блин. Не буду я пока виноград тратить. Салат латуку поставим. Он затормаживает? Да, он замедляет его, но не уничтожает. Ну вот, опять. Повезло, что он просто ее приклеил, эту курицу.
Взрываем. Так, что у нас на сотку? Мы пока на сотку, да? Выигрываем. Но сотка это мало. 100 тысяч это как бы, ну, в любую секунду можно этот переплюнуть рекорд. Вот, смотрите, 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 вот с чего он так бежал быстро, блин? Там он ехал медленно, а тут он ускорился. С какого, блин, перепуга ты ускорился-то, хламонище несчастное, а? Скажи-ка мне на милость. Не знаю, непонятно. Ну что, давай, нам еще 3 раза победить, и все будет хорошо. Вейд. Лорд Вейдер, ё-моё. Так, так. Пока схема рабочая, ребята, я буду ее придерживаться. Я думаю, что у вас есть идейки получше. Я знаю. Я имею в виду по лучшему результату. Ой, ё-моё, сижу. Не туда немножечко, да, влепил? Не туда. Давай, липкий рис. Латуку не обязательно даже здесь. Его можно куда-нибудь в другое место поставить. Он тоже, кстати, будет неплохо там бомбить. Здесь сейчас было хорошо сделано. Прям душевно прописали. Они очень долго созревают, вот эти вот грибы. Очень долго созревают. Сколько у нас? 101 тысяча против 64. Попался, да, все-таки? Попался. Взрываем. Ну, а куда ты? Куда ты бежишь? Да как так-то, блин? Ну, почему не срабатывает-то? Я не понимаю. То он погибает от одной бомбы, то он нифига не может, блин, сдохнуть. Прикинь? Я взорвал бомб-гранат прям в нем. И ему пофиг, он как бежал, так и бежал. Пришлось использовать, потому что здесь сам видел, что было. Тут вот взорвался же, он сразу погиб. Почему там-то он не под... Не пойму. То срабатывает сразу, то не срабатывает, блин. Фиг поймешь, блин. Какой-то закономерности просто нету. Сейчас бомбану здесь. Бомбанул, называется. Вообще, вообще ничего не сделал. А враг от нас не отстает. Ну, не враг, он мне конкурент. Ну, давай вот так вот. Опять же, друзья, опять же не сработал. У него 1 уровня все. Так, еще, ребята, 2 пинеты забираем. Ой. Водоросли это вот. Ну вот это хорошо. Вот это бы на 4 уровень бы я с удовольствием прокачал бы. Свеклу бы. Свекла-строитель. Свекла-рабочий, как их хочешь называй. Ну что, нам еще 2 этапа. Заберем с тобой высшую награду, там 4 пиньяты. И будем, в принципе, наверное, закругляться на сегодня. Мадам. Мадам Фуфу. Знаешь такую, нет? Не знаешь, и я не знаю. Но где-то слышал. Let's rock. Reload. Let's rock. Сразу же.
Шикарно. Я пока ничего не буду, наверное, делать. Вот опять же, вот сейчас замедлился он. Я понял, ребята. Он замедляется после того, как кого-то раздавит. Вот оно что. То есть, если он кого-то раздавил, он после этого начинает замедляться. Понял? Понял, не дурак. Видишь, здесь он раздавил мне латуку. И дальше идет, как будто ничем не бывало. Вот, в принципе, и весь, друзья мои, расклад. Весь расклад на копеечку. Мы прям нога в ногу идем с нашим оппонентом. И мне это не нравится. Я не хочу с ним идти нога в ногу. Так, с виноградину. Сейчас проверим. Ну тут благо нормально все получилось. Да замедлите вы этого супостата. Где мой солдат Латука? Пускай он тут бомбит. Смотри, взяли моду тут. Шлендерца, а? Ну, почти, ребят, на сотку мы от нашего оппонента перегоняем. Хорош, хорош, хорош. Просто раздавил латуку, гаденыш. На, тут сразу наяривай такой. Сапсиху побежал его бомбашить, там крошмякать. Я еще так вот сделаю. Опа, красиво. 18 секунд, разница почти 150 тысяч. Я думаю, что это неплохой результат. Да, тут победа за нами. 150 тысяч, грубо говоря, у нас разрыв. Шикарно. Ну и последний бой. А, мы еще 50 этих получаем. 50 зайчиков. Так, скипаемся и поехали дальше. Последний поединок на сегодня. Бургис. Бургис. Что? Что? Все то же самое. Let's rock. Reload. Let's rock. Погоди-ка, я сейчас хочу посмотреть, откуда у него поедет. Хмырёныш, вон он поехал откуда. Он поехал сверху. Зачем я гриб хотел поставить, не понимаю. Латука, в принципе, нормально, ребят, справляется. Опа. Это был косяк. Сейчас было, конечно, ребят, косяково. Вот эти курицы, они просто меня выбешивают, которые бегут.
От них одни неприятности. Так, подожди, давай, наверное, так сделаем. Все-таки. Не буду я пока взрывать. Что сделать-то лучше, а? В данный момент понял. В данный момент лучше сделать вот... Нифига. Вот так вот. Оу! Тут что-то как-то пошло все не по плану вот в данный момент. Грибы, блин, у нас противник догоняет, ребята, в 20 баллов, в 20 очков всего лишь отстаем. Совсем плохо. Просто если я проиграю, переиграть я не смогу, у меня не хватит кристаллов для переигрывания. Вы мне что-нибудь дадите? Хоть что-нибудь, блин. Виноград. Хотя бы виноград. Латука, латука. И все-таки не хватает мне солнечной энергии. Не хватает. Выиграем или нет, ребят? Кто мне скажет? Я надеюсь, выиграем. Окей. Но промежуточек, сам видишь, был вообще небольшой. Но у него, смотри, 4-го уровня уже тут кое-что. 7-го, и даже уровень появился. Ну что, мы открываем с тобой 4 пиньяты. Опять водоросли. Да куда... Куда вы мне ее суете? Солнечная жаба. Ну, это уже хорошо. Эй, бумеранг. Я уже давным-давно не пользовался им, если честно. И кактус тоже. Практически не пользуюсь им. Ну, как-то так, ребята. На этом... Подожди, сейчас посмотрим у нас... Что тут такое? Зачем мне показывать мою коллекцию? Как будто я не знаю, что там. Я хотел на огород сходить и посадить, потому что мы много растений сегодня использовали. Че? Забираем? Мы много растений сегодня использовали, и как бы надо посадить обратно. Так, 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 так. Окей. Жужу, иди сюда. Ну, вот и все. Так что, друзья мои, будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.